Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин TalkCamp и видеообзор термоса пищевого от компании Maestro. Вот, вот такой вот термос, в комплектации идет сам термос. Как доп у нас идет ложка и вилка из нержавейки, вот в таком вот чехольчике. Термос оснащен вот такой складывающейся ручкой, вот, крепежкой для ремня, и открывается он по резьбе. Внутри нас ждут три емкости. В комплектации идет ремень для транспортировки, который фиксируется с двух сторон на загребки. Итак, емкости у нас пластиковые. Для первого, второго и салатница, которая идет, закручивается на резьбу. По размерам. Диаметр у всех отсеков одинаковый. Внешний размер получается 11,5 см. А по высоте для первых блюд 9,5 см. Для вторых блюд 4,5 см. Ну и салатница также 4,5 см. Сам термос у нас выполнен из нержавеющей стали полностью, с пластиком, с пластиковой обводкой. Две стенки удерживают тепло ваших продуктов. Общие размеры снаружи. Диаметр 13 сантиметров и высота 23,5 сантиметра вместе с ручкой. Итак, если понравился данный термос пищевой, можете оставлять заявку у нас на сайте. Ссылочку вы найдете в конце видео, а также в описании. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Рекомендую.